Всем привет, друзья! Мы сегодня играем в 5 ночей с Кэндис 1. Продолжение. Я даже не знаю, хватит мне сколько процентов? 15%, чтобы снять это. Ну, помните, мы прошли четвертую ночь и остановились на пятой, друзья. Вот. Сейчас мы будем на шестой. И так я хочу получить Ultimate Custom Night, создать свою ночь и посмотреть все скримеры. Там можно такое достижение получить. Ну, я вам, наверное, в том видео рассказывал. Ну, давай. Извините за долго. Вот тут я. Ну, давайте продолжим. Приопускаем фунгая, чтобы он не бля-бля. Включаем ночное видео. Кэнди быстрее всех стоит. Обезьяна тоже. И старый кот тоже. Ну, Сэнди лично на стулах раньше сидела. Господи, друзья. Оглянулись. У меня такая логика. Сразу оглянулись и дальше в камеру. А, ну и это может еще сгнать. Ну, я же говорила, это может сгнать. Только на стулья, да? Ну, я же говорила. Этот башку еще не перевернули. Смотрите, если мы не закроем это, то он стекло разобьет, у нас уже энергии не будет. Извините, просто 14%, наверное, уже 13%, и я собирался снимать. Так что извините, если я видео. Ну, на чем что я снимаю? Я снимаю не на камере, а на телефон. Господи. Да за что так, Кэнди? Блин, извините, друзья, я не заметил. Блин, вот это я... Я притупил. Ты опять так долго будешь. Извините за долго, это не я виноват, это сам комп. Фунгая припускаем, чтобы он не бля-бля-бля. Фунгай. А то он болтать любит. Фунгай. Это меня немножко бесит. Пингвин! Ты так... Смотрите, он прям там на меня смотрит. А есть что-то? Есть. Ну, нет, пингвин. Нет, для тебя ничего нет. А я думала, что... Ну... Пингвин, ты че, реально? Так, тут Кэнди. Нет, тут пингвин. А тут он мне сейчас снят, балди.
Обезьянка. А я не пойму, откуда он вылазит? Наверное, из той комнаты, да? Тут пингвин создавался. Вот это его эндоскелет. Во всех аниматрониках есть эндоскелет. Они бы так не смогли ходить. Конечно, я понимаю, если души детей бы были в них, они бы смогли ходить. Но все равно эндоскелет надо. Это ж, ну, будет подозрительно. Если нет эндоскелета. А как же, когда глаза будут? Ой. Она на стулья. Ну, конечно. О, обезьянка тут, он тут. Значит, он зайдет за обезьянкой. Обезьянки. Оп. А сейчас тут кто-то еще. Подожди, может, этот пришел. Смотри, тут этот. Или это двигается? Ну, конечно. И вот это. Что это вот это? Ха-ха. Ха-ха-ха. Очень смешно. Кстати, напишите в комментариях, как его зовут. Очень смешно. Он обрисованный. Детишки рисовали его, наверное. Правда, он страшный такой. Я думал, он сам себя обрисовал, чтобы быть повеселее. Ну вот это вообще чудо-юдо. Обезьянка. А так бы она сейчас меня... О, пингвинчик. Так, пингвин быстро. Неужели не договариваются с кем-то, чтобы... Сколько сейчас? 3 часа ночи. Подожди, так. Так. Ну вот. А кто это стоял тогда? Ну, Сэнди. А Кэнди, допустим. Кэнди, допустим. Не, ну то вы чё, Лен? Ты тут не устал стоять, этот старый кот? У тебя ножки не болят? Сейчас я такой поворачиваюсь, он тут... Ой-ой.
Ой, ты, господи. Давайте я вам сделаю, чтобы вам сам экран был виден. Нет, мы попытаемся это пройти. Пройти попытаемся. Не, ну я реально хочу пройти эту игру. Грузись, грузись, грузись. Раз, два, три, пальчики. Алиш. Он Гай, прошу, не надо мне звонить вечно. Он мне каждую ночь звонит. Как будто это не фунгай. Да сразу Кэнди. Сэнди только ушел. Да, сидит на стуле. А нет, она теперь пошла в путешествие, а не сидит на стуле вечно на 12-й камере. Вот это чудо-юдо меня бесит. Да вот бы тебе вот это отрезать шею. Хорошо, допустим. Я просто, наверное, за ним не уследил. А, я понял, в чем план их. Расслабился, наверное. Расслабился, точно. Я расслабился. Я расслабился. Расслабился. Господи, я так мало разговариваю. Не, ну я, мне 8 лет, я не могу. Ну, здорово, путешествие. А сейчас я такой поворачиваюсь, и оп. А сейчас я такой поворачиваюсь, и он шевельнул. А нет.